«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель же этой акции — дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие, которое в прошлом году состоялось в 71 стране. В их числе в очередной раз была и Эстония, где только в Таллине свою грамотность проверили почти 3000 человек. Но поскольку со следующего года столицей «Тотального диктанта» будет избираться не только Новосибирск, где зародилась эта акция. Но и другие города, это стало причиной побороться за этот титул. Ведь наши результаты дают все основания полагать, что таллинская площадка, которая была самой многочисленной за пределами России, собрав в прошлом году 2300 и в этом 3000 человек, позволит нам стать столицей предстоящего события. У меня нет никаких сомнений, что Таллин. Как и никакой другой город достоин того, чтобы принять эту эстафету на один год у Новосибирска и стать столицей тотального диктанта, потому что кроме того, что последние два года мы были самой, самой крупной площадкой среди городов вне пределов России, мы еще умудрились последние два года. Проводить диктант в самом большом помещении, с самым большим количеством участников, и это по сравнению со всем миром. Статус столицы будет предполагать, что город-победитель становится главной площадкой акции, куда и приезжает автор читать свой текст. И несмотря на то, что до следующего диктанта остается несколько месяцев, стала известна и точная дата проведения этой акции. В этом году, как никогда раньше, было объявлено дата проведения тотального диктанта следующего года больше чем за полгода. И мы уже сейчас знаем, что в следующем году тотальный диктант состоится 14 апреля. От городов, которые будут биться за звание столицы тотального диктанта, принимать заявки начнут уже осенью. Затем на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого и будет составлен шорт-лист из семи участников. В феврале же в Новосибирском государственном университете пройдет презентация вошедших в него заявок. Тогда же будет объявлен и победитель. При этом штаб диктанта и его экспертный центр останутся в Новосибирске. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.